Клінічний санаторій імені Пирогова на узбережжі Куяльницького лиману опинився під загрозою рейдерської атаки. Про це одночасно заявили на двох прес-брифінгах у Києві. Представники новопризначеного директора Олександра Нагорничевського звинуватили в захопленні лікувального закладу персонал санаторію, зокрема прихильників нещодавно звільненого директора Раїка Погосяна. Я знаю, что сотрудники не подчиняются новому директору. Почему так происходит, нам неизвестно. То есть проводится внутреннее расследование у КПРО-здравницы. По этому поводу сегодня идет пресс-конференция в Киеве. Санаторий работает, действительно, никто не мешает работать санаторию, просто Укрпрофздравница хочет взять под контроль, под свой контроль санаторий, чтобы все было хорошо, потому что на сегодняшний день санаторий в упадочном состоянии. Натомість в Одесі представники Раїка Погосяна, який керував санаторієм останні 8 років, не задоволені рішенням Укрпрофздоровниці змінити керівника. Кажуть, Погосян перебував на лікарняному і, згідно із законодавством, його не мали права звільняти. 5 марта Раїк Размикович ушел на больничный, находится на стационарном лечении. И в соответствии с уставом, как правильно сказал Владимир Анатольевич, он назначил своим приказом исполняющего обязанности директора Ремезкова Владимира Анатольевича. Тем не менее, Укрпрофздравница пытается назначить своих исполняющих обязанностей, несмотря на то, что руководству Укрпрофздравницы было известно о назначении Ремезкова исполняющим обязанности и о том, что Погосян находится на больничном, потому что Погосян своим письмом уведомил руководство Укрпрофздравницы еще 5 марта об этом. Крім того, працівники санаторію зазначають, що за останні роки в закладі відбулося чимало позитивних змін, тому фактичних підстав, на думку персоналу, звільняти Погосяна в Укрпрофздоровниці не було. И ночью делали ремонты, туалеты специально для колясочников, отделения с поручнями, расширяли отделение. Все это делали. И мы первая лечебница приняла этих колясочных больных. После всего я сейчас слышу, что мы вообще не готовы и мы убыточные. Раз мы убыточные, так с помощью Укрпрофздравницы, которая вообще практически на развитие Куяльника не выделяла деньги. Все, что делалось, это делалось за собственные деньги.